Всем привет, уважаемые дамы и господа, вы на канале TK Spati, я TK, сегодня у нас обзор на очень-очень древний аккаунт 86 уровня Вердан. Это такой стример, если не знаете, загуглите, посмотрите, стримит очень давно и очень вроде как плодотворно и разбирается в игре. Он дал свой аккаунт на обзор, соответственно мы будем смотреть его достижения. Я так понимаю, что играет он уже 2 года в эту игру. С чего начать? Давайте пройдемся сначала большой зал. Соответственно, в большом зале почти все закрыто. Почти все. Это просто жесть. То есть он находится, соответственно, в самой высшей лиге. По-моему, она платиновая называется, насколько я помню. У него не закрыта только атака здоровья. Крит урон на зелененький вид героев. Так, не закрыто здоровье и защита на красных героев. На войдовых, соответственно, все закрыто. Какие силы, как я понимаю. Красненько. Так, это у нас что касательно большого зала. Давайте посмотрим клан. В принципе, клан. Ваня Чиж, глава. Участников 29 из 30. Сила 183 ляма. Рейтинга участники, давайте отметимся, заберем все за него. Так, что здесь интересно, давайте состав клана посмотрим, может быть вы кого-то знаете, ребят, может быть вы кого-то знаете. Я так пролистаю, как бы мне почти никто ничего не говорит об этом, вам я думаю, что много чего где что скажут. Погнали дальше. Давайте зайдем в воины фракций. Посмотрим, закрыл ли он воины фракций. Да, он закрыл все воины фракций. Забрал, соответственно, с товарища вот этого Лидия восставшая. Так. Давайте посмотрим миссии. Кстати, не посмотрел миссии. Потрясающие все миссии развития выполнены. Соответственно, арбитра он тоже забрал. То есть Лиди он забрал, арбитра он забрал. Ну, по факту он, мне кажется, закрыл весь контент игры практически. Раз он уже миссию и забрал. Давайте посмотрим, может быть у него плохо на клановых битвах. То есть посмотрим, что он, кого он закрывает, сколько ключей и так далее. Посмотрим состав. Мученица, два людоеда, мышка и, соответственно, заливщик. Я так понимаю, что это анкил. Это анкил, 78 лямов, то есть почти 79 лямов с ключа. Это зверинец какой-то, просто. С ключа это вообще... Ну и как видим, тут все такие, они через два людоеда строятся. Мученица, два людоеда, у кого-то дракоморф. Ну, очень-очень... Мне лично нравится этот клан, сразу хочу сказать. Да, это такой уже прям наивысший уровень развития. У кого-то, он, смотри, 96 уровень развития. Сколько же надо играть в эту игру, чтобы 96 уровень развития достичь? Это прям пипец какой-то. Так. Арена. Давайте посмотрим, что у него с ареной. Так. Ну, честно, все пачки кажутся достаточно серьезными. Даже, я смотрю, Рошкара юзает кто-то. Давайте посмотрим, что у нас тут. 404 тысячи силы команд. Так, он играет, соответственно... Давайте всех посмотрим. Он Валькирии играет. Он играет Рундой. Он играет Арбитром. И он играет Атаманом. Ну, с этой командой, наверное, мы бороться не будем. Давайте что-то по силам, может быть, плюс-минус равный. Найдем. Я просто в героях высокого уровня не соображаю особо, но я так понимаю, что нам нужно пачки без скорости искать, да, типа на защиту. Типа вот этой пачки можно попробовать. Ну, скорость тоже может быть. Давайте вообще поймем, как бы, что он делает на арене, как бы, этой пачкой. И что кто за что отвечает. Так, походили. Бац. Ну, я смотрю, что у них там по счетам неплохо все дело. И пока мы все в молоко бьем. Кутер атака, баф атаки.
Ну, у них щиты прям, слушайте, щиты прям хороши. Что тут це говорить? Смотрю, ловца используют в платине, нифига себе. Нет, это, конечно, топ, но я думал его место в голде. Сейчас мы им, короче, платину сольем с вами, ребят, на изи просто. По-быстренькому верданчику. Так, ну тут, я думаю, все ясно, нас расфигачит. Давайте следующую скоростную пачку попробуем посмотреть. Попробуем посмотреть. Здесь просто очень хорошие щиты у ребят, прям максимально, максимально непробиваемые какие-то прям. Давайте следующий бой посмотрим, попробуем, по крайней мере, вот эту вот пачку. Хотя тут мадам Серис, которая мне... Знаете, что она, я ее обожаю с ее фишечками. Просто изи. Просто изи. Там то эта деф-пачка, как я понимаю, была жесткая, да? Прям жестко. Они на защиту прикалывались, вот эта вот пачечка. Мне даже интересно, кстати, вот этого потом почитать будет. Давайте еще попробуем. Тут все от скорости, опять же, зависит, как я понимаю. Надо потом посмотреть, какие настроечки по героям. Пипец просто. А. Это же все Трунда делает. Я как посмотрю, 221. 1000 урона у Трунды. Кейт. Давайте посмотрим, что за герои вообще. В частности, мне тут Трунда интересно очень сильно. Так, ну, давайте посмотрим. Я бы с Трунды бы начал, на самом деле. Че у него сейчас? 6200. Иммунитет на 2 хода. Игнорирует 5% защиты врага. Атака плюс 15 собраны. Давайте посмотрим. Опа, защита. Плоская защита. Тын-тыры-ты-тын. Плоское здоровье. Плоская защита. То есть, в принципе, допускается. Главное, легенду, да, 5-6, вот, что плоская один параметр, в принципе, допускает. Смотрите, здесь два плоских параметра. Хотя, ну, да, все правильно. Так. Крит урон. И крит урон, кстати, я не посмотрел. 280. Почти 279. Так, атака, крит урон. Защита, здоровья, атака. То есть крит урон собран, атака 60%, атака, крит урон, атака. Ну, максимально зафулен на атаку. Давайте посмотрим вообще навыки Трунды. Чего там хорошего? Такое врага 2 раза. Зачем смотрю остальным врагам силам, чтобы... Какой-то врага, так, такой по всем врагам, сразу 7% дрожит оглушение, если награда действует оглушение, накладывает выжигание здоровья на выход, здесь дополнительный удар врагам без оглушения. Без оглушения. Не, ну Трунда чё, Трунда топ. Больше спрей на 10, за каждый номер штраф оглушения 70% битвы. Так, давайте еще, может быть, по героям пройдемся, или что, что мы еще посмотрим? Мы еще с вами в конце подземелья посмотрим. Вот. Да. Так. Давайте посмотрим. Ух ты ж. Смотрите, у Лидии какое сопротивление. 600. 633. Я так понимаю, что это, наверное, на башню, да? На башню герой. Ну, вот вам пример, как бы, да, очень хорошего аккаунта, грамотно развитого. Я думаю, что вам интересно посмотреть почти все статы всех героев. Я вам не буду объяснять, кто тут на что, зачем и... то есть... Ну, вам, наверное, явно видно, на что он прокачивал, это вы разбираетесь, не знаю, да даже банального там, не знаю, Тормина на арену, если посмотреть, если у него есть он. Кстати, анкил-пачку тоже бы вам показать, давайте анкил-пачку посмотрим скорости. То есть у него там мученица была, 2, 3 хц, 3 хс-ки, хц-шки, блин. Офигеть, тут героев, конечно, это просто... Вот, людоед, потом там был... Кто там еще-то был? Кто у него в анкил-пачке еще, ребят, был? Я уже подзабыл. Сейчас посмотрим.
Мученица, два людоеда, мышка и ловец. Мышка и ловец. Блин, мышка и ловец. Все, я понял. Буду их качать, качать, качать. Так, мышка и ловец. Ищем мышку и ловца. Мышка. Вот ее статы. Соответственно, я так понимаю, что вам очень важны скорости. Мученицу уже смотрели. И где ловец? Пропустил ловца. Вот скорость у него 253. Меткость сопра. Так, по ангел-пачке посмотрели. Давайте вообще по легам пройдемся по прокачке. Тормин. Соответственно, это арена 3 на 3 патч. Так, арбитра скорость 370. Ёшкин кот, матрёшкин скорость. И я так понимаю, что везде допом скорость. Три раза, два раза прокнуто, плюс максимально зачарована. Опять же, скорость два раза прокнута, скорость три раза прокнута, скорость три раза прокнута. То есть не максимум, только в паре вещей. Ух ты ж, ёх ты ж, матрёх. И здесь скорость три раза прокнута. Офигенно. Офигенно, конечно. Так, Венера. Венера, Венера, Венера. Гурготы чистоты. Давайте так пройдемся. Атаманы чистоты. Гуртук. Гуртук борода чистоты. Вот такие у него. Горный король. Очень часто его вижу на арене. Куча хп просто. Просто куча хп. Кондрафон тоже вижу на арене. Так, о, великий сливанщик. Который при слиянии доступен. Так. Далее. Ротас. Далее Трунда. Далее Ланакис. Игнатиус. На паузу можете поставить видео, если вам интересно, как бы, ну, статы, да, если я быстро показываю. Я думаю, что можно на паузу посмотреть. Дроггул, Жнивец, Молли Кёльнер, Яника, Купидус, Валькирия. Ля, две Валькирии, ё-моё. Две вальки выпало. Счастливый аккаунт. Лиссандра. Машалет. И Септимус. Ну, еще мне лично интересно Мадам Сэрис. Сколько у нее метки? 680 метки. Жесть вообще. Венценосная. Людоеда. Людоед. Заргала. С тьмой урона почти что. Очень жирненький страхолюд. В принципе, дальше тут понятно. Давайте еще Сахатова, гвардейца посмотрим. ПС-очек посмотрим. Тык. Пикснель. Кормите ее, что ли? Так. Хук шипастый. Шипастый. Хук. И еще одна холодное сердце. Четыре холодных сердца. Офигеть. Пойдемте посмотрим, что там с паучком, с нашим, которым все, каким, какой командой он проходит. Раннего паучка. 11 секунд. Офигеть. Итак, команда. Гвардеец, страхолюд, Венера, соответственно, Септимус и товарищ Гутук Бородач. Попробуем? Попробуем. 11 секунд. Ё-моё. Они прикалываются, наверное. Что сейчас будет? Штраф защиты. Так. Блок бонуса. Удар. Септимус, нифига там вынес сколько. Вы видели? Две трети жизни Септимус вынес. Что? Дайте посмотрю хотя бы его способности. Что это за... Убийца великанов. Каждая атака сверху великанов продлевает штраф в цель на один ход. Если ВГ осталось 50%, здоровье весь урон наносит, увеличивается на 30%. Так, врагу игнорирует щит и блок урон от максимального здоровья цели. Так, ворог, если цель погибает, сбрасывает передатку навыка Святой Меч и ходит еще раз. И таланты. Артефакты. Нифига себе, Септимус. Гроза великанов, блин. Офигеть. Давайте посмотрим еще, куда он ходит и на кого.
Давайте посмотрим дракона. 20 секунд дракона ходит. Две ХС-ки, арбитр, Венера и гвардеец. Давайте посмотрим. Опять же, это пипец какой-то. Ну, с удара до свидания, да? Нет. Разлом. Ну и соответственно Хэски свое дело делают. Они постоянно сокращают ему шкалу хода и соответственно фигачат. Ну этот гайд я видел через 2 ХС, и вот я его вам сейчас продемонстрировал не на стриме, а на видео. Пользуйтесь, если кто не знал, как убивать этого товарища. Я вам обещал показать, кем он проходит в ФШ-чике. В ФШ-чике темных эльфов команд. Давайте просто команды посмотрим, мы как бы проходить не будем. Вот кем он проходит, соответственно, темных эльфов. Вот кем он прошел демонов. Кстати, актуально, у меня есть такие мадамы. Очаг смотрю тут. Тут как тут. Вот. Остальные же я не могу посмотреть, да? Чем он проходит. Так, ну и роковую. Все. Конец обзора, так сказать. Посмотрим роковую башенку. Роковая.
парочку еще талантов посмотрим, да? Я изначально таланты не показал прокачанные. Давайте вот так вот пройдемся по-быстрому, на паузу нажмете, посмотрите, что там было прокачано. Ну, просто леги покажу и парочку талантов анкилов, соответственно. Все, ребят, вот такой обзор аккаунта Вердана. Еще раз вам спасибо. Вы были на канале Тики и Спати. Не забудьте подписаться. Надеюсь, вам все понравилось. Ставьте колокольчик. Мы разыграем кучу рубинов, кучу аккаунтов, обзоры, открывания. Все четенько. Спасибо. Пока-пока.